нашим дорогам не будет конца, мы вместе с тобой их пройдем. Энтузиазм заражает и заряжает. Именно с таким настроением бойцы снежного десанта отправляются на помощь жителям районов Алтайского края, от Заринского до Локтевского. Подготовительный период был очень интересным, захватывающим. И ожидания на сезон, наверное, самые такие вот впечатлительные. Хоть мы и будем близко здесь, в Первомайском районе, но все равно нас ждут. У нас очень много работы предстоит. И зажигательные эмоции будут идти из нас ручьем. У новичков эмоции уже льются через край. В этом году в состав отряда впервые вошли студенты Белоруссии и Донецкой Народной Республики. Очень классная погода. Боже, снег такой. Я не могу передать свои чувства, потому что это очень здорово. Снег, он... Я просто давно уже не видела снега. У нас последние несколько лет очень его мало выпало. А я так мечтала именно побывать в таком месте, где много снега. Я бы хотела организовать в моем регионе, в моем Донецке, тоже десант. Он будет называться «Мирный десант». Я приехала сюда познакомиться с этим замечательным мероприятием, с этой акцией патриотической и принести ее в свой край. Отсюда я надеюсь перенять именно традиции, хорошие эмоции, рассказать про то, как проходит все у нас, узнать, как здесь все. И только наилучшее жду. В этом году сезон будет длиться не 10, а 7 дней, но охватит больше 20 районов края. Обычно происходит шефская помощь, мы даем концерты, общаемся с населением, проводим различные профориентации, ведем мастер-классы. В общем, живем и радуем население. Впервые к зимней студенческой акции присоединились и школьники, трудовые отряды подростков. А помимо молодежных объединений появился и сводный отряд «Сила Сибири», в который вошли представители Алтайского края, Иркутской, Томской, Кемеровской областей и Центрального штаба студотрядов из Москвы. Всего на акцию в районы края отправилось почти 450 студентов, 150 школьников и 50 ветеранов студотрядовского движения. Юлия Щепина, Александр Антропов. День с толком.